четверг в Самарской области ожидается пасмурная и облачная погода, осадки в виде дождя и снега. Дневная температура -1, +3 градуса, ночью -7, -9. В Сызрани небо закроют тучи, снег будет идти в течение дня, днем -1 градус, ночью -7. Ветер северо-восточный, скорость 5 метров в секунду. В Тольятти пасмурно, осадки в виде снега, днем нулевая температура, ночью 8 градусов ниже 0. Ветер северо-восточный 4 метра в секунду. В Самаре пасмурная погода, небольшой снег, температура днем 0 градусов, ночью -9. Ветер северо-восточного направления 4 метра в секунду, атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 61%, геомагнитное поле относительно спокойное. Прогноз погоды предоставлен независимым городским сайтом samara24.ru.